من حق المسلم على أخيه المسلم. إسправ мусульманина на своего брата мусульманина. زيارة المريض. Посещать, когда он болен. يعود ويكرر عليه الزيارة. Посещать, им нужно это делать многократно. لكن تكون الزيارة في أوقاتها. Однако надо посещать соответствующее время. لا تأتي في وقت متأخر. Не надо это делать, чтобы это было поздно. أو وقت تناول الدواء. Или когда он принимает лекарства. أو زيارة الأهل. Или когда его посещает близкие. لا يطيل البقاء عند المريض. Не надо долго очень сидеть у него. لا يذكر له الموت. Не надо говорить о смерти. ولا يذكر له أن بعض الناس كان لديه مثل هذه الأمراض ولم. Или говорить о том, что кто-то из людей болел такой же болезнью, потом умер. نعم. إذا ظهر عليه علامات الموت. Если мы увидим в нем признаки смерти. يستحب له أن يلقن الميت. Желательно является внушать ему слова لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لكن بلطف. Однако это надо делать мягко. ثلاث مرات يلقن. Трижды это делать. تلقن فبها ونعمة الحمد لله. Все, если он принял, الحمد لله. وإلا يترك قليلا. В противном случае оставить его пока. ثم يعيد عليه. Потом еще раз повторить. إذا تحققنا من موته. Если мы уже будем убеждены, что он действительно умер. تلين المفاصل. Надо размягчить его органы. نعم. وتغمض عينيه. Закрыть ему глаза. ويشد لحية يعني يأتي بشيء مثل الغترة مثلا تربط حتى. И прикрыть его рот, допустим, даже можно использовать какой-то вид материи. Его надо помыть, завернуть, кафан, и потом помолиться за него, молитву джаназа совершить. Если умерший мужчина, то имам при совершении молитвы джаназа стоит около головы умершего. Если же это женщина, то посередине. Говорит слова Аллаху Акбар. يستعين. Говорит истиазу. يبسمل. Говорит бисмилля. يقرأ الفاتحة. Читает суру فاتحة. يؤمن. Потом говорит амин. ثم يكبر الله أكبر. Потом говорит Аллаху Акбар. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. Произносит тот салават, который он произносит во время молитвы. يكبر الله أكبر. Потом говорит еще раз Аллаху Акбар. يدعو للميت. И делает дуа за умершего. الأفضل والأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. Лучше всего говорить те дуа, которые говорил пророк صلى الله عليه وسلم. يكبر. Потом опять делать такбир. ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. Потом делать салям либо на правую сторону только, либо же направо налево. ثم لابد أن يدفن. Потом этого человека обязательно надо похоронить. إذا انتهوا من دفنه. После того, как они его похоронят. يستقبل القبلة. Поворачивается в сторону قبلة. ويدعو له بالتثبيت. И этот человек, каждый из них, делает дуа за него. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم. Да укрепит Всевышний Аллах Субхану Тааля на этом и на том свете.